Всем доброе утро. Да, сейчас закроем. Сами, садись. Мы готовы. И Таша там собой папа форна в том Дингстейн. Да, идите. Запаковались. Дети уже сидят некоторые. Где они там? Бэ, папа! Вот они сидят. Уже готовы себе подушечки приготовили. Сделали себе уютненько сзади. И сейчас поедем. Льюис, Сакс, привет. Привет. Посмотри сюда. Леон? Привет. Слава, вчера машину вычистился. Свою сумку они себе в ноги взяли. Вот он, еще один главный человечек. Все проверено? Да, да, я все выключила, только двери надо закрыть. Я надеюсь, у меня ключи в сумке. Как мы теперь зайдем? Но машина, дом-то открыт еще, Слав. Я еще не закрыла же дверь. Вот мы уже в дороге. Еще, правда, только-только выехали. Да, как всегда, собирались в 8 выехать, выехали в 8:30. Сейчас заедем еще, заправимся. Леон, они музыку там все врубили в это в наушники, и каждый музыку слушает, кроме Замуэля. Замуэль с нами едет, разговаривает. Далее Замуэль выглядывает. Льюис в наушниках, Леон там сзади в наушниках. Сэмми у нас будет навигатор. Да, он, как я, дорогу очень быстро запоминает. Сказал мне все автобаны, по которым тихо, по которым ехать будем, я тоже так. Мне 1-2 раза проехать, и я запомнила. А у меня это от папы. Замуж сейчас вместе сказал. Мама сначала говорит 33-й автобан, потом 2-й, потом 352-й, потом 7-й и потом 27-й. Слушай, я теперь знаю, почему я плохо запоминаю все эти автобаны, все остальные дороги. Это у меня тоже от папы. Потому что папа у меня всегда не за рулем, его всегда возили. Он был маленький, да? Начальник. А, ну ты тоже мой начальник. Я от папы. Давай, иди заправляй. Всегда меня возят. Так. У тебя деньги есть, ну, кошелька? Сами кук тайс из айс дизес. Бен и Тайли. Я боец с них. Сами най. Надо открыть, Славе. У нас этот бак открывается. Чё? Ну а другой нету, Слав. Там немного заправить, чуть-чуть только, Слав. Бак почти полный, но мы до конца полно заправим, чтобы хватило точно. Потому что на автобане потом дорого заправляться, там дорогие цены. Дети, как всегда, выбегают на заправки, любят идти тоже с ними. Так что сейчас поедем в дорогу. Ехать нам где-то 3,5. Ну, если будем останавливаться, делать паузу, то будет где-то 4 часа будем в дороге ехать. Ну, мы так рассчитывали 12 час, наверное, там будем. К часу, я думаю. Постараемся поснимать так по дороге немножко. Дорогу. Слава расскажет, как он про интернат, когда он там был. Как там было. Расскажет немножко тоже по дороге, чтобы не скучно было. Ладно, потом переключимся. Немножко дороги мы поснимаем. Отдельно сделаю видео твое.
Сэмми. Сэмми только о своем мороженом думает. На 7-м автобане, как всегда, здесь почти всегда пробки. Там это, как это называется, Балштейнеслав? Ремонт дороги. Ремонт дороги делается, и три полосы сходятся в одну или в две. В две, наверное. И так как машин много, образуются пробки. Но нам скоро съезжать, так что я надеюсь, что ненадолго мы тут в пробке. Мы только-только заехали. Потихоньку движемся. Хоть не стоим на месте. Иногда бывает, стоишь часами на месте, вообще ничего не движется. Но это когда авария случается. А тут просто из-за того, что ремонта там дороги впереди. 2 километра? А? 2 километра? Да? Пробка. До начала? Ну, было 2, сейчас не знаю, сколько осталось. Ну, хоть потихоньку крадемся. Так, нам где-то еще 1.5 часа, наверное, ехать осталось. До половину проехали, да? Может, чуть больше половины. Столько вот таких вот домиков на колесиках едут, вот этих. Много-много сейчас, один за другим прям. Все туда на море едут. Кто на северное, кто на балтийское. Здесь в основном на северное. Розовые розы, о, Светки Соколовой. Это мы сейчас музыку слушаем, тут музыка в машине. Мама. Остановили, сделали немножко это самое. Ну, Слава пошел в туалет, а мы хотели телефон у меня, который, у меня же сейчас новый телефон, и старый у меня, я его как-то с машиной соединила, и я могла. Короче, музыку в телефоне включаю, она в машине играет. Ну, как это сказать? Ну, через машинные колонки играет, не через телефонные. И сейчас хотели новые наши так это тоже подключить. И ничего не получилось. У меня настроение упало. Включилось сейчас так через телефон, теперь слушаем по-дурацки. Все вон велики везут кататься. А мы там, если что, да, возьмем на прокат. Да, Слав? Он уже начинается, уже просторнее стало. В прошлый раз я прокатился, и мы брали. Блин, тяжело, с нас моторчик. О, Леон, как всегда, когда мы приедем? Что там стоит? Штал, самый хитрый, если нам съезжать направо, может, мы тоже можем. Ну, там нельзя вообще ехать, где они едут, где там мотоциклы. Нет, но они пользуются тем, что им направо, типа. Стоит Штаугефан, стоит, что это пробка, ну, возможность будет пробка. Опасно. Опасно, да. Найн, что будет, может быть, оно и так есть уже. Сейчас вроде чуть побыстрее поехали. Мне скоро съезжать. Я останусь на правой стороне. 1 километр до съезда. Да. Тогда я тут останусь. Я с такой скоростью поеду. Потом не воткнешься никуда. Такая осенняя погода. 18 градусов. Уже не 14, 18. И у нас когда было 12, у нас это на работе шутят. Что не говорили у нас? А, как это называется? А, Свайта Адвент сегодня, да? А-а-а. Ну, это ближе к зиме бывают праздники, да. И бывает тоже 12 градусов, 11. Ну,
я сегодня утром смотрела прогноз вот, купца. Там было, что это? Синее небо, без тучи, без облак. Посмотрим. Еще 150 километров, наверное, до Тудова. Может, еще исчезнут они все-таки. До сих пор еще есть тучки. Но солнце все равно светит. Там прогноз не часто совпадает. Вышло солнце из-за тучки, протянуло. Как оно называется? Алкаши собрались в кучки. Нет, протянуло нам ручки как-то так. Вот у тебя мысли сразу плохие, фуй. Нет, отдыхающие собрались в кучки. Да, это лучше. До получки. Ладно, будем слушать дальше музыку. А вы ждите, пока мы опять переключимся. Мы уже подъезжаем. Ну как подъезжаем? 30 километров еще осталось. Машин все меньше, меньше. Автобан как раз заходит в этот город, куда мы едем. В Купсан. Небо расчистит. Да, где-то километров 20 назад, да? Времени, когда мы Бремен проезжали. Вот совсем рядом Бремен находится. И это там прям небо черное и дождь. Я уж чуть реветь не начала. Я специально еще раз зашла на погоду посмотреть. Смотрю, стоит Купсафу солнце. Думаю, это не может же быть 60 километров дальше, или сколько там было, стояло, 70. Что будет солнце, а тогда 70 километров назад там дождь льет. Точно так и есть. Вот сзади нас сейчас не тучи, а здесь все уже небо голубое становится. Больше и больше чище становится. А сзади все, вы если бы видели, сзади нас полностью все в облаках, в тучах. Не в облаках, а в тучах. Здесь опять солнце. Слава, где точки, солнце, очки от солнца одел. Сейчас солнце вышло, он их снял опять. Он говорит, я солнце вызываю с очками. Тихо. Вон впереди нас очень много мельниц. Тут чем ближе к морю, там очень много этих мельниц. Они делают ток, вырабатывают. Мы уже все проголодали, сейчас немножко остановились, в туалет сходили. Проголодались, а о еде говорим. У нас традиция, если мы вот в такую дальнюю поездку ездим, мы всегда останавливаемся в Макдональдсе. Останавливаемся в Макдональдсе. Всегда. И вот дети уже радуются, уже думают, что они сейчас заказывать будут. Я думаю, этот раз много не останется. Да. Специально не это. Мы дома позавтракали и больше так по дороге не останавливались, чтобы кушать, чтобы... Раньше дети вообще бомбас почти не ели, чуть-чуть совсем. Картошку фри. Ну, сколько можно было, столько влазить, доедать приходилось. Ну, не вредно. Да, тебе можно. Тебе можно хоть сколько. Вон, смотрите, сколько мельниц стоит. Она сейчас мелькает. Сейчас на одном месте будет очень много видно. Я надеюсь, да. Мы сейчас вот едем, уже в том году мы на один день сюда ездили. Утром сюда и вечером обратно. Когда это? И сейчас вот едем, прям заметно, сколько этих еще добавилось, этих мельниц везде. Они так как бы выглядят маленькие. Вот с левой стороны эти мельницы. На самом деле они огромные. Они огромные, да. Там иногда везет это, ну, эти ЛКВшки такие здоровенные. Только одну часть от этих мельниц. Специальный транспорт. Шатсе там. 23 километра осталось. Заказать. Зо, задлазить вам видео.
Ой, музыку надо выключить. Заезжаем сейчас уже, вот колесо. Автобан заканчивается. Чего? Колесо, говоришь? Ну, а как? Крайсферт, я не знаю как. Круг или как это называется, это движение? Не колесо. Я не знаю, как называется. Крайсферт. Круговое движение или как? Да. Тут по кругу едешь из съезда. Сейчас направо. Здесь есть порт. Сейчас мы будем его, ну не сейчас, а потом будем проезжать. Называется этот порт Старая Любовь. Альт-Лима. Если получится, может, тоже туда потом заедем. Ну, в какой-нибудь день, да, специально. Не сейчас заедем, а потом, да, Слав? Туда можно и на великах, конечно, доехать. Вот это уже этот город Куксафан, куда мы едем. Ой, ну да. Портовый город. Портовый город, да. Уже нам как родной стал, мы уже тут все наизусть знаем. Сейчас там стояло, что это. Вон уже Макдональдс. Да, когда есть Макдональдс. Вот этот Макдональдс мы всегда заезжаем. 3 минуты до 12. После магазина тут и все есть. А? 3 минуты до 12 точно рассчитали. Уже солнце низко. В августе, да? Уже нет такого зенита, как раньше. Ну какой тут дизель? Ты за сколько заправился, Слав? 17. А здесь 15. Что-то дорого, да? Ну да. Уже было евро 8, евро 7. 6 даже заправлялись уже. Последний раз, по-моему, за евро 6 заправляли литр дизеля. Да, но солярки. Сейчас выходные и отпускные. Подожди, где мне заезжать здесь? Нет, вот же. Вот здесь. А, не успеешь. Спи. Но мы тут уже вот мы приехали. Постоянные посетители, когда приехали. Да. Прям перед дверью парковаться будем. Мало людей, хорошо? Молодец. А, дети мне говорят, молодец. 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 Ладно, потом переключимся.